Согласно проведенному анализу детского дорожно-транспортного травматизма за текущий период 2024 года на территории области с участием несовершеннолетних произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 детей погибло и 26 получили ранения. Из погибших детей 5 – дети-пассажиры, 1 ребенок – пешеход. В целях реагирования на сложившуюся ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом с целью снижения травматизма на дорогах с участием несовершеннолетних в преддверии весенних каникул на территории области и города Новошахтинска в период с 16 марта по 2 апреля 2024 года проводится областное профилактическое мероприятие «Весенним дорогам безопасное движение». Водители, вы родители! В очередной раз хотелось бы напомнить, что большое количество дорожно-транспортных происшествий на территории области – произошли в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Основными причинами нарушений правил дорожного движения послужило несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения, правила проезда пешеходных переходов, дистанции, проезда перекрестков, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение перевозки детей и пассажиров. Одно из нарушений уже имеет место быть, такое как управление несовершеннолетними транспортными средствами, а это и мопеды, скутеры, квадроциклы и так далее. Исключите возможность доступа несовершеннолетних к управлению, тем более передачу управления детям. Все это наказуемо и, более того, приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. Пешеходы. Применяйте светоотражающие элементы на одежде, фонарики, яркую одежду для детей. Исключите самостоятельное появление юных пешеходов, а именно детей начальных классов, на дорогах без сопровождения взрослых. При сопровождении выбирайте более безопасный маршрут движения, объясняйте и ежедневно напоминайте ребенку дорогу домой и его поведение при движении. Помните, ребенок берет пример с вас, взрослые. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Пристегнитесь и пристегните ребенка при перевозке. В возрасте до 7 лет для детей и пассажиров обязательно применяйте детскую удерживающую систему, а также соблюдайте скоростной режим, аккуратность и дисциплинированность. Все это поможет избежать беды. Уважаемые участники дорожного движения, помните, ваша безопасность и безопасность детей на дорогах во многом зависит от вас. Thank you.